Всем привет, с вами Прия. Как вам моя новая рамочка? Я считаю, она идеальна. Но еще более идеально то, что относительно недавно компания Blizzard урезала абсолютно весь автоинвайт в заранее собранных группах. На самом деле это печально, но все это решается весьма классным аддоном. Ссылочку на аддон я, конечно же, закину в описании видосика. А конкретно название этого аддона крайне простое. Это Premade Auto Accept. Специально созданный для этого аддон. И на самом деле он весьма даже интереснее, чем обычный автоинвайт. К примеру, мы открываем список локалочек. Далее, с помощью аддона World Quest Group Finder мы делаем создание группы ПКМ. Вручную, окей, вводим ID квеста, которая нам предложена. Объявляем о наборе. И просто-напросто включаем автоинвайт по тем ролям, которые нам нужны. К примеру, если вы не хотите видеть хилов при выполнении локалочек, вы просто убираете галочку с хилов. Если вы не хотите видеть танков, вы убираете галочку с танков. Если же вы, конечно, уберете абсолютно все галочки, то никакого автоинвайта, в принципе, даже не будет. Надеюсь, это не прикроют. Аддон будет работать, и будет работать исправно, радуя нас быстрым выполнением локальных заданий. Что ж, всех вам благ, счастья, здоровья, насыщайтесь качественным контентом, берегите ноги. До скорого.